Уголовное дело возбуждено против вора в законе, которого в сети называют главарем мафии Азербайджана, Надира Салифова, Лоту Гули. По данным РЕН-ТВ, дело открыли по новой статье Уголовный кодекс Российской Федерации о занятии высшего положения в иерархии преступников. По имеющимся данным, подозреваемый пользовался авторитетом в преступном сообществе. Свое влияние он использовал для руководства преступниками как на территории Москвы и других российских регионов, так и за рубежом. Впрочем, как следует из материалов в сети, Надир Салифов в настоящее время скрывается в Катаре. Его переезд из Турции, где Салифов проживал ранее, связан с претензиями к нему со стороны так называемого воровского сообщества.